Сбить все кегли по воле случая может не каждый. Тут навык нужен. Но даже опытному игроку не всегда удается выбить страйк. Одно неверное движение, и шар покатится не туда. Гостями молодежного центра «Метро» стали ребята из лагеря «Калейдоскоп». За шары взялся один из отрядов, а это 10 мальчишек и девчонок. Наша работа ведется в разных направлениях. Мы и к ним приходим, праздники проводим, и к нам сюда приходим. Ну а поскольку летом все-таки хочется больше отдыхать, развлекаться, то есть такой прекрасный зал боулинг, где дети с удовольствием занимаются. Мы несколько раз это пробовали, практиковали несколько лет. Ну вот в этом году уже тоже так на хорошие рельсы это все поставили. Дети каждый день заняты определенными делами по летней оздоровительной программе. Проходят мероприятия различные. К нам приходят с разных структур и свои мероприятия в лагере проводятся нашими специалистами. Выездное занятие ребята восприняли с энтузиазмом. Это стало для них настоящим сюрпризом. Мне очень нравится. Если честно, это было как-то неожиданно. Нам как не говорила воспитатель, что мы завтра пойдем. И сегодня сказали, что мы пойдем. Я играю не в первый раз. И у меня есть немного опыта об этой игре. Сегодня каждый смог почувствовать себя мастером боулинга. У всех своя тактика. Новички выбирают самые легкие шары. Давай, пробуем. Боулинг отлично развивает координацию и меткость. Так что ребята не только весело провели время, но и с пользой для здоровья. Катерина Дементьева, Джамал Мустафаев. Специально для новостей.